Всем добрый день. Сегодня будем разбирать проблему неправильно отображаемой приборной панели. Вот обратите внимание, грузовик я выключил, видите, отрабатывают вот эти стрелочки. На дисплее не отображается пробег и не отображается вот этот вот дисплей. Что в этом случае надо делать? Смотрите, вот мы заводим, ничего нету. Вот как, то есть вот эти два дисплея, они не работают. Наши действия. Выходим из игры. Заходим в игру, в мои документы, папка Euro Truck Simulator, находим два файла. Первый файл — это Game Crash, второй файл — это Game Log. У вас может не быть файла Game Crash, если его нет, удаляете только файл Game Log. Сейчас мы это и сделаем с вами. Удаляем эти два файла и пробуем запустить игру заново. Так, отправляемся в путь, дорожку, пробуем заводить грузовик. Обратите внимание, первый дисплей заработал, второй дисплей заработал, третий дисплей заработал. Не знаю, может он работал, но неважно. Вот эти два дисплея, видите, начали свою работу. Вот таким вот нехитрым образом лечится такая проблема. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем счастливо!